Вторые номера замкнись. Первые номера замкнись. Если же вам сорвали повязку, то вы можете возобновить свою жизнь, обратившись в госпиталь. В госпиталь это будет Татьяна Александровна. А где вы будете находиться? Татьяна Александровна, где вы будете? На площади, наверное. На площади, да. Лучше всего на площади, чтобы было оперативно. Вот это вот здесь, в этом районе. Людям надо верить, даже если обманут, даже если кинут. Веру в людей не терять, если тебя обманут. Останешься христианином, а если сам обманешь, вряд ли им сможешь стать. И если верить людям, воткнуть нож в спину. Но важно, христианину, скотей и клыков, если тебя укусят, останешься христианином. А если сам укусишь, то кто ты будешь таков? Если даже восстанут мира всего злодеи, смогут убить лишь тело, душу не повредят. Не бойся того, что кто-то что-то тебе сможет сделать. Бойся сам стать злодеем, это дорога в ад. А если очень-очень будет невыносимо, взирая на Христа Мессию, сто раз ему было трудней. Надо не стать волком, надо учиться верить. Мир этот мы изменим, лишь превратившись в людей. У нас сегодня не совсем бой получился справедливый и хороший. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты не умеешь слушать, постоянно перебиваешь. А ты научись слушать другого. А смотрите, если ты будешь людей старше, которые постарше тебя, я думаю, что тебе будет проще дальше существовать.